Привет, друзья! Многие, наверное, уже пробовали вот такие волшебные бобы от Гарри Поттера. И сегодня я тоже решил попробовать эти бобы, но пробовать я их буду необычным способом. Я взял, значит, эти бобы, посмотрел, какие есть у этих бобов вкусы, и отобрал только лишь самые отвратительные, можно так сказать, вкусы. Сейчас я перечислю. Значит, это рвота. Это тухлое яйцо, это ушная сера, это вкус червяка, это вкус грязи, это вкус мыла, вкус перца и самый, какой можно сказать, необычный вкус, это вкус какашек. Да, вот такие вкусы. Итого получается 8 самых отвратительных вкусов, которые были вот в такой вот пачке бобов Гарри Поттера. И сейчас я впервые в мире, не знаю, кто-то еще пробовал так или нет, вот я попробую все эти вкусы одновременно. И покажу, расскажу, как смогу, не знаю, что со мной произойдет, когда я это все съем. В общем, увидите, какая у меня будет реакция, я даже не знаю, какая реакция может быть. Надеюсь, я не взорвусь, но посмотрим, что со мной произойдет. Надо выдохнуть, потому что испытание очень сложное. Вкусы очень ужасные, я их уже до этого пробовал. По отдельности, но вместе еще ни разу не пробовал. Ну, а сейчас попробуем. Вообще жевать ужасно. Все, я больше выдержать не смог, это жевать. Вкусы реально просто ужасные, у меня даже глаза заслезились от такого ужасного вкуса. Все эти вкусы, конечно, в сочетании, они дают что-то непередаваемое, в общем, ужасное. Невозможно даже выразить словами. Это, наверное, самый ужасный вкус, который может только в мире существовать. У меня все в горле застряло. В общем, я пойду промывать рот. Пойду мыть рот с мылом. И... еще такое дело, в общем, мне часто пишут, чтобы я приготовил какие-то вкусы из этих бобов. Например, вот ту же самую рвоту или тухлое яйцо или еще что-то. Ребята, если вы хотите, чтобы я приготовил вот подобные бобы, но только лишь в домашних условиях, то пишите в комментариях и обязательно поставьте лайк этому видео. И напишите в комментарии, какой вкус этих бобов вы бы хотели, чтобы я приготовил. Если будет очень много лайков, будет очень много комментариев, то я обязательно приготовлю эти бобы и тоже попробую или кого-нибудь приглашу. То есть пишите тоже, чтобы я сам попробовал или пригласил кого-нибудь попробовать эти отвратительные на самом деле бобы, отвратительные вкусы. Вот, и в общем, на этом все. Я больше говорить не могу, потому что мне надо идти срочно полоскать горло, полоскать рот, делать промывание желудка и все остальное, все, что с этим связано, в общем. Потому что сидеть с этим вкусом во рту и говорить, это очень, очень тяжело. Большое спасибо вам, друзья, за внимание и пока. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А также обязательно обратите внимание на самые интересные плейлисты на моем канале. Это вкусные рецепты и интересные опыты.